На академической сцене Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима прогремело главное событие года 2019. Организатор события, учредитель пиар-компании «Продвижение», основатель ассоциации «Профессионал» Юлия Бутакова, ведущие вечера Денис Яковлев и Лейла Савицкая. Специально приглашенными гостями были вокалистка Катя Ямщикова и музыкальный дуэт «Ла Феерия», которые задали шикарный тон мероприятию своими музыкальными шоу-номерами. Хочу поздравить журнал «Про свадьбу» лично Юлечку Бутакову с 10-летней юбилейной церемонией. Пожелать удачи всем конкурсантам, номинантам, невестам и, конечно же, процветания журналу. Смотрите только на телеканале MTV Mix лучшие события нашего города, самые гламурные тусовки и светские мероприятия. MTV Mix. В рамках события состоялось сразу три значимых награждения. 10-я юбилейная церемония вручения премии «Профессионал свадебной и праздничной индустрии», 8-й всероссийский конкурс невест «Мисс Про Свадьбу», этап международного детского конкурса красоты и таланта «Happy Kids Уфа 2019». Участники проекта «Про свадьбу 2019» — это только лучшие представители свадебной индустрии. Свадебные агентства, салоны свадебной и вечерней моды, ювелирные салоны, салоны красоты, стилисты, флористы, арт-ведущие, артисты различных жанров, фотографы, видеографы, отели, туристические компании, декораторы, кондитеры, рестораны, клубы, кафе, танцевальные студии, пиротехнические и транспортные компании. Главная задача премии «Профессионал свадебной и праздничной индустрии» – объединить специалистов различных направлений праздничной индустрии, услуги которых необходимы для подготовки и проведения торжеств на высоком уровне. Лучшим профессионалам по их специализации и работам были присвоены звания и статус профессионалов клуба свадебной и праздничной индустрии 2019 года. Зрители и гости вечера наблюдали за настоящим шоу красоты и грации. В 8-й раз мы подвели итоги всероссийского конкурса невест «Мисс про свадьбу 2019» с участием режиссера-постановщика из Санкт-Петербурга Сергея Емельянова, лучших свадебных салонов, парикмахеров, визажистов, стилистов, флористов и салона аксессуаров. Настоящие невесты боролись за титул «Бриллиантовая невеста города Уфы» и титул «Мисс про свадьбу 2019». Третьим награждением и фееричным детским шоу стал этап международного детского конкурса красоты и таланта «Happy Kids Уфа 2019», где дети раскрыли свои таланты и продемонстрировали свою внутреннюю красоту. Зрителей умиляло шоу детей, а также удивляло их профессиональное исполнение творческих номеров и идеальное дефиле. Международная детская школа моделей Happy Kids Уфа задала небывалый профессиональный подход в подготовке детей. Это прекрасное событие грандиозно отметили около 300 гостей вечера. Премиантов и конкурсантов поздравляем с заслуженными наградами. Желаем всем творческих успехов и благополучия. Генеральными партнерами события выступили Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, пиар-компания «Продвижение» и журнал «Планировщик про свадьбу», международное детское модельное агентство «Happy Kids», Академия Сергея Емельянова, оперативная полиграфия «Фото и принт», стоматология «Арт Леон», сеть ювелирных салонов «ЭПЛ Якутские бриллианты», уфимский бренд инновационных развивающих наборов для детей «Биоигрушки».